Вон мой балкон. Вон он. Все, я вышла. Пошла. Пошла выходить. Пошла гулять. Ух ты, собака какая. Лаяла на меня. Противная, блядь. Время 12 часов. Загрузила видео, только что открыла. Ой. Так. Первый раз калиточка. Ага. Так. Так. Ага, я к морю. Угу. Я к морю. А скажите, пожалуйста, к морю туда? Ага, спасибо. Так. Видите, как все удивительно и просто. Хорошее место. Познакомилась с двумя женщинами. Они из Санкт-Петербурга. Они тоже на моем балкончике живут. Там у них номер рядом. Так, смотрим, да, ориентиры какие у меня. О, церковь. О, так я в каком прекрасном месте живу. Так, храм. Красиво мы его проезжали, кстати. Храм. Мясной павильон, мясной край. Отель Арарат, Фиеста. Ладно. А рядом со мной в доме магазин «Хозяин». А выгляжу я сегодня вот так. Нужно зайти пообедать куда-нибудь. Я попила кофе. Свой кофе, который привезла, который мне Белла подарила. Я же с ним езжу. В Севастополе, вы думаете, я его оставила в хостеле? Нифига. С собой взяла, в Ялте пила. Захожу, на кухне стоит турочка электрическая. Я-то думала, она общая. Ну, думаю, возьму ее. А потом женщины поднимаются. Блин, они мне обе сказали, как их ту и другую зовут. Я забыла. А я уже в их турке варю. А они приехали, свою турку поставили. Но они поставили на общую кухню. Думаю, что не это? А я говорю, вот видно, что ты своя девка. Уже турку взяла, уже варишь кофе. У меня одна печенька была такая. О, магазин для взрослых. О, интим-фан. О, видно, нет? Не переворачивай камеру, кручу телефон. Смотрите, какое сердечко. Ой, слушайте, я не могу это пройти. Розовые. Эти розовые кусты. Я не могу это. Я не могу это пройти. Вы посмотрите, какой шикарный куст. Блин, он такой высокий. Вот. О! Это что-то. Вы посмотрите. А скажи, пожалуйста, как это дерево называется? Это розы? Это розы. Вы посмотрите, сколько их. Ё-моё, у меня аж сердце колотится. И вот розы. И вон там розы. Не достать. Шикарно просто. Блин. Вы думаете, просто так у меня рядом магазин для взрослых? Совпадение? Не думаю. Только для лиц старше 18 лет. Сейчас такая молодежь пошла, что можно уже писать, что с 14 лет. Сеть японских парикмахерских. Стрижки за 250 рублей. Ага. Стрижка. Как интересно, тебя подстригут за 250 рублей. А тут никак не пройти? Тут нет пешеходного перехода? Вот там. И там такая в тупик, да, зашла и... Ничего я не понимаю. Как люди-то переходят здесь дорогу? Где там? Это вон... А, ну нет, я не могу возвращаться туда. Я вижу, уже увидела, да? Или до перекрестка. Вдоль дороги, что ли? Ладно.
И первая улица Багликова. Вот у меня остановка. Улица Багликова. Так, ну ладно, что пошла. Я в шлепках, в голубых шортиках, душ приняла, все развесила. Там у меня порядок, чистота. Исключительно. Кафе Джон Багликова. Так. Ну-ка. Так, нужно разобраться мне, где пляж. А прошу прощения, а пляж-то где? Куда идти к морю-то? Прямо. Прямо или туда? Нет, налево. Налево прямо. А, да. Налево и прямо. Все. А Лушин? Спасибо вам большое. Хорошего дня. Ну все, идем. Музей-ресторан. Жюль Верн. Че? Прямо до конца упрёте. Ага. И налево. Все, благодарю. Все. Тимофей Гаврилович Багликов. Революционер. Член первого Лушнинского городского совета. Расстрелян 24 апреля 2018 года. Его именем названа улица. Расстрелян. За что его расстреляли? За что? Слушайте, тепло сегодня, но не жарко. Время 12 часов, самое должно быть пекло. Но и без кепки я в любом случае. Кепюшки узбекские, посмотрите. О-о-о. Видите, как я хорошо заселилась? Вон они там крутят. О, вот они лежат, лепешечки. О, ладно, короче. Вы покупаете вкусненько там. Я даже не сомневаюсь. По ступеням заходят. Так. Чебуречная. Можно чебуреков здесь хлебнуть. А, я пила кофе. У меня оставалась одна печенька. Такая промасленная, которую я там покупала в судаке. Так вкусно попила кофе только что и пошла, видео загрузила и пошла. Приняла душ, все разложила. Посмотри, какой забор красивый, да? Очень. Дома какие есть красивые. 10 минут должно быть мне до моря. Но море же всегда вниз, вниз, вниз. Девушка, с которой я познакомилась в Судаке, Юля, она тоже задумала поехать в Алушту, но она приедет завтра. Спрашивала у меня, где я заселилась, что да как. Я ей все сказала. Может, приедет завтра. Может, еще поселится здесь. Посмотри, какой дом интересный. Так, переворачиваю камеру. Смотрите, архитектура здешних мест. Во-первых, вот такой вот красивый дом. Гостевой дом, кстати. Здесь, видите, тоже снимаются. Можете поставить на стоп и увеличить. Тут номер телефона есть. Ресторан. Вот это ресторан. О, клубника, пожалуйста. 160. 160, пожалуйста. Клубника крымская. Арбузы. Тогда никуда не сворачивай прямо. Вот сейчас будет остановка. Пахнет. Одну остановочку можете набрать. Все, потому что это сказала, мне проще домой возвращаться. О, черешенка 350. Жри не хочу. Нормалек. Нормалек. Пока еще начало сезона, то да. А в конце сезона... Как пройти в путь? Первый поворот направо, 5 минут. Где море? Прямо вниз, 3-5 минут. А, вопросы. Где море? Прямо вниз. Где автовокзал? Прямо наверх, 7-10 минут. Где дешевое жилье? Не знаю. А где купить горячую кукурузу? У нас. Как вы хорошо написали.
одни и те же вопросы, я понимаю. Доброго дня вам. Спасибо. Так, 3-5. Прямо. 5-7 минут. Вроде так было написано. Или 3-5 ли? Смотрите. Массандра, дегустатор, вино. Нафига ехать на экскурсию? Можно здесь забуриться и дегустировать. Ресторан, пожалуйста. Пей, не хочу. Ешь, пей. Так, травы Крыма. Суши-шок. Суши-вок. Блин, суши-шок. Ну, примерно то же самое. Скидка на крымскую косметику. Вот какой красивый дворик. О, этот красивый старый город. Помочь тебе, малышка? Давай, давай. А, сама залезешь. Мелкая, блядь. Вчера на набережной в Судаке парнишка вот с такой херни упал. Так ревел, у него из носа кровь шла. Локоточки были ободранные. Красивое, да, какое здание? Такое нарядное прям. Детское меню. Это, видимо, кафе, старый город. Все у него было ободрано у ребенка. Он так плакал. А я остановилась и с ним переговорила. Я говорю, я видела, как ты упал, видела. Я говорю, ну ты же маленький мужчина, не плачь. Он вроде успокоился. Я его просто отвлекла. Black Fox. Экспресс. О, смотрите, как клево. Вот, пожалуйста, расценки на кофе. Пошла, чай в ассортименте 50 рублей. Вот цен. Дезинфицировать руки там при входе. Отлично. Магазин Сластена. Это я вам показываю весь путь, как первый свой путь. Я же не знаю, куда иду. Но вот судя по тому, как я спрашивала, и вот то, что прочитала, я уже скоро укрусь. Вон там кипарисовые аллейки, я, наверное, уже вижу море. Так, речка высохла, да? Речка высохла, а розы? Вот белая. А там, видели, какой куст? Вот эти вот красные. Не красные, такие рыжие. Камера, фокусируйся, пожалуйста. Не знаю, лучше или нет, поставила на паузу и протерла футболкой. О, вот еще какое красивое место. Так, это что? Осмотр окрестностей. Красивое. На полу лежит картон. Что-то, видимо, еще делают. Я даже не знаю. А ресторан вот стоит. Ресторан Москва. Так. Вот, пожалуйста, велопрокат. Ресторан Москва. Вот такое вот красивое здание. О, вот это красиво, да? Вот это я понимаю. А там бухлишка. Ой, там бухлишка, вы посмотрите. А, здесь продают. Ресторан в другом месте, видать. Так, крошка, детская одежда. Калибри, подарки, косметика. Тут что? Так, Like Smoke Market. Табачная продукция. Так, как бы у меня башка не закружилась от всего. Музыка орёт опять уже где-то. Так, это еще не открылось. Здесь, наверное, будут столики стоять, но пока ничего не стоит. Так, как это называется? Киви-киви. Я даже не знаю, что это такое. Киви-киви. Что это, блядь, такое? Ресторан караоке Киви-Киви. А, вот. Ресторан караоке. Вот, караоке. Так, гостиница Пещера. Ночной клуб Пещера. Кстати, я где-то... Гостиница Пещера, я ее видела. Я ее даже лайкала и добавляла в эти... Добавляла ее в понравившиеся на букинге. А я поняла, что смысл мне этот букинг. Приеду и сама все найду. Но хотела такой опыт попробовать. И нашла же. Идеально все. Потому что я человек прекрасный, и у меня все благоволит мне.
Так, широкий ассортимент лекарственные средства медицинского, как в Советском Союзе. Смотрите, какая фигня. Сколько стоит? Так, монета 1, 2, 3, 5, 10. Купюры так. Ага, вот цены. Вот цены, пожалуйста, можете покупать. Мохито 25, но я такой пить не буду, это сладкое все. Ой, нафиг надо мне. Я вот водичку, кстати, я уже выхолкала водичку, которую брала с собой, из судака, я его выбросила, купила новую, когда мы останавливались, все, я поняла, это трамвайчики здесь расходятся туда, набережная. Мы выйдем в красивое место. Потом у нас была остановка. А я там еще купила литр воды. Уже выпила тоже его. Смотри, какие красивые дома. Ой. Обалденно. Так, столовая тоже еще пока не открыта. Вкусная столовая. Но пока еще не функционирует. Видите, тут краска стоит, коробка какая-то. Видимо, будут делать... Барабуля, луфарь. Пахнет вкусно очень. Пахнет вкусно. О, какие рыбки висят. К пивку. Креветки рапаны мидии. Акция при покупке рыбы, пиво Жигулевское в подарок. Так, кому нужна работа, пожалуйста, ставьте на стоп, записывайте номер телефона. Я все для вас. Шаурма. Ну-ка. Так. Смотрим цены на кофе. Щик-щик-щик-щик-щик-щик-щик-щик. Горячие напитки. Вот цены. MLXL стакашки. Так, вот я такой прекрасный парк. Ла-ла-ла-ла. Какой. Крымские чебуреки. Пенное, пенное, пенное. Мне кажется, на этом троллейбусе можно в Ялту уехать. Тут же такие автобусные маршруты, да, очень длинные. Трамвайчик, посмотрите. Он в 2017 году ходил такой смешной. Ходил. Так, Симферополь. А, это тоже автостанция. Но меня не сюда привезли, когда мы приехали. Видимо, несколько автостанций. Видимо, да. Как прохладненько в теньке. Алуштинский аквариум. Вот он. Алуштинский аквариум. Касса. Вход первый этаж. Ой, Владимир Вольфович. Ой. Вот кофе продается. Велосипед дает право на скидку. Стармакс. Не Старбакс, а Стармакс. Марлин голубой, белуха, рыба пила, мурена, Наполеон, Латимерия, рыба луна. Вот тут какие-то еще башки. Ой, да ладно. Я все равно не пойду. Ходим, все это, все зырим. Так, троллейбус, станция Кутузовка. Мягкое мороженое. Чай с зеленым жасмином. Вот цены. Молочные коктейли. Аптека. Аптека. Вот кинотеатр, ну ладно, тут хотела свернуть, пойду там погляжу. Я не знаю, я как она, смогла, а он же оттуда. Вот сейчас прям начнется набережная. Прям вот уже секундочку. И на море. Вот кинотеатр «Шторм». Ух ты, какая машина. Ух ты, какая тачка.
Да, такая старенькая, такая. Ну, Вольво, она и в Африке Вольво. Музло играет. Это, ай, я такой вообще... Кинотеатр «Шторм». Красивое здание. Такое величественное. Все-таки раньше умели строить, да? Это же, наверное, ампир называется. Я могу ошибаться в стиле. Но это построено, конечно же, в эти... в конце... В начале прошлого века. Да. В начале прошлого века, ну, при Сталине, наверное. Он же все такое любил. Помпезное. Помпезное, помпезное. Вот видите, какая муха летит. О, сука. Вот такая вот, как пожалить, да. Овощи, фрукты, прочие продукты. Крымские вина. Лавандовый компот. Бухлишко продают. Пахлава, сувениры. Доставщик еды. Посмотрите, он так с мешочком наперевес на этом самокате. Можно же пойти по дороге. Наверное, это же пешеходная зона. Здесь преимущество у... Ах ты. Не особо, да, преимущество здесь у пешеходов. Ну, ё-моё. Здесь где-то должно быть... А я когда жила, я вот прям по этой улице жила. Я ходила прямо в Алушке. А сейчас я маленько свернула. Так, я шла 21 минуту. Ну, я смотрела, я смотрю по видео, но я ходила же, лупоглазничала. Так, ну так, я 15 минут, за 15 минут дошла бы. За 10, конечно, нет, они обманывают все. Они же говорят, что, о, 10 минут до моря. Не знаю, как 10 минут. Я никуда не сворачивала. Но за 15 минут до моря я, конечно, бы дошла. Магазин одежды для себя любимой. Продукты, все, здесь уже можно ходить, видите, все закрыто. Здесь уже ни одна это на тебя не наедет, ни одна машина. Ух ты, какой моцик. Кофе с собой. Я уже попила, уже нет. Так, ну все, я пришла к набережной. Следующее видео будет набережная Алушты. Все, отключаюсь.